Четвертый конгресс уже будет в 2015 году объявлено. Думаю, что мы правильно с вами приняли решение, когда назначили дату проведения накануне фестиваля вина в ноябре месяце. Поэтому дату надо оргкомитету определить, собраться, определить и заранее опубликовать, чтобы люди знали. Поступили мне и замечания. Вот меня не пригласили на Третий Всемирный Конгресс Гагаузов Мира. И хотел бы, чтобы все жители Гагаузии, все гагаузы, которые проживают в других странах мира, знали. Мы персональные приглашения направили только руководителям государства. Все остальное и интернет, это 21 век. И никому не надо ждать персонального приглашения, сидя у себя дома. Есть официальный сайт. На этом официальном сайте есть бланк. Заполняете бланк, и вы автоматически становитесь участником Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов Мира. Ни одному человеку мы не отказали в регистрации. Все, кто заполнили, пожалуйста, все являются участниками. Но люди должны понять. В 21 веке давайте применять технические средства, которые позволяют более оперативно решать вопросы с менее затратными ресурсами. Сейчас начнем печатать пригласительные. Одного упустили из вида, другой не получил по почте, у третьего пригласительное потерялось, обиды. Нам это не надо. Вся информация, вся, которая необходима, все, что мы делаем, является открытой информацией и размещается на официальном сайте Гагаузии.